Гамарджоба, Тамара. Гамарджоба, Украина. Как вы чувствуете себя в Киеве, где вы уже успели побывать? Я чувствую себя как дома, честно, потому что вы такие теплые и классные люди, что я здесь чувствую себя очень хорошо. Мы видели ваши первые репетиции, это было великолепно. Ой, пришло ли что-то на ум, что можно добавить? Или... Конечно, конечно. Вы выделили 20%, наверное. Завтра у меня вторая репетиция, но, конечно, на первом финале будет... А с кем вы уже успели подружиться из участников? Возможно, есть какой-то... Почти со всеми, потому что я дружу уже с армянкой, Беларусь, Болгария, Швеция, еще... Не помню, Украина, что познакомилась уже. Не знаю, очень все, ко всеми. А как вы думаете, кто победит, если не учитывать Грузию? Я надеюсь, я не знаю, честно. Нет, я надеюсь, что победит достойный конкурсант. Это самое главное. И в конце мы всегда просим участников спеть какую-то песню. Хотели бы от вас услышать что-то грузинское. Ау! Тбилисо, звезда варде без пхарео, уше ноци цоцхле цар минда, садарис, соага нахали барази, садарис, чагара матац минда. Восхитительно. Спасибо большое. До свидания.